Отметили лучших денежной премии. Два десятка студентов Иркутской области получили единовременные выплаты. Молодые люди добились этого не только отличной учебой, но и активным участием в общественной жизни. Успешно занимались спортом и творчеством. Отличились учащиеся 10 вузов Прибайкалье. Каждый получил по 15 тысяч рублей. Материальную помощь лучшим студентам региона в 19 раз оказывает благотворительный фонд имени Юрия Тена. Стипендия вручается ребятам из малообеспеченных и многодетных семей, а также молодым людям с проблемами здоровья и оставшимся без попечения родителей. Денежные поощрения в общей сложности получили уже более 400 студентов. Стипендиаты определяются ежегодно ученым советом образовательных заведений. Стараюсь более-менее массово во всем привлекаться, как бы, ну и призовые места, конечно, ну, территории института у нас проходят, конкурсы разные, как бы везде участвуем. Единственное, чтобы они хорошо учились, старались, стремились, и еще наша задача все-таки отследить наших студентов, которым мы помогли, как сложилась их дальнейшая судьба, как сложилась их жизнь.